Совсем недавно я закончила вязание летнего топа бабочки. Он связан жаккардом. И если вы не видели это изделие, можете посмотреть историю создания по ссылочке под этим видео. Жаккард летом не самый популярный вариант вязания, потому что кажется, что он сильно утяжеляет изделие. Вес бабочек 140 грамм. Обычная моя летняя футболка трикотажная весит 100 грамм. Не намного тяжелее, потому что все определяется вовсе не весом и не видом узора, а плотностью и пряжей. Поэтому, если вы вяжете летнее изделие жаккардом, выбирайте силуэт более свободный, чтобы это изделие стояло вокруг вас как облачко. И пряжу подбирайте легкую, тонкую, летнюю. И узор подбирайте такой, чтобы он создавал как можно более короткие протяжки, потому что они могут создавать реальное неудобство, цепляться за белье. А это очень некомфортно. И сейчас я вяжу следующее летнее изделие, используя ту же форму, но более лаконичную отделку. Полоски. Форма-то та же, это универсальная конструкция, которая позволяет легко поднимать руки, нигде не жмет, не трет, не тянет и не создает мешков. И может быть использована в разных вариантах, и в повседневном, и в деловом, и в нарядном, и в спортивном, потому что это кимоно с разной степенью закругления проймы и с разной степенью облегания. Это трендовая модель, я ее проверила на покупных изделиях промышленного производства. Современная формула такая. Определенный скос плеча и определенные пропорции по ширине плеча. В уроке я вам эту формулу покажу. Самим нам ничего не пришлось придумывать, потому что силуэт уже разработан и отработан профессиональными дизайнерами. Мы просто использовали готовую модель. Кстати, современные лекала последнего поколения отличаются тем, что у них более зауженная нижняя часть и более широкая верхняя. И эту формулу я вам покажу в одном из следующих изделий. А сейчас вяжем полоски. И в следующем видео я хочу вам показать очень интересную, необычную деталь к этой майке, которую обычно в летних изделиях не используют. Не пропустите!